Во-первых, это вот такой очищающий гель-клинзер 3 в 1 для комбинированной, напомню, у меня комбинированная кожа, и для жирной подходит. Он матирует кожу, уменьшает поры и препятствует раздражению кожи. Очень классный. Мне он понравился всем, кроме того, что он расходуется, ну, очень быстро. На одну бутылочку такого серебряного спрея, как это перевести, для нормальной комбинированной кожи у меня, это водичка просто с добавлением серебра. Вот на одну такую упаковку, сейчас скажу, 250 мл, нам понадобится две упаковки такого геля, потому что вот я его использовала, и у меня еще половина осталась. Неэкономичный в том плане, что мне хочется его постоянно нанести, так как не хватает вот этого ощущения чистоты. Мне больше нравится, когда летом моя кожа очищена до скрипа. Он абсолютно не сушит кожу, и нет после него проявления какой-то стянутости на лице, чем обычно грешат такие средства матирующие для умывания. Очень оно понравилось. Но вот единственное, что мне из-за этой текстуры, даже ничего здесь, к сожалению, не осталось, чтобы просто вам показать текстуру, но она полужидкая, соответственно, хочется все больше и больше, пенится она средненькая, и поэтому всегда не хватает, я обычно добавляла, если утром я меньше использовала, то вечером больше, но после него поры очищены, это точно. И что я сейчас использую?